Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира подвело выники минулого и вызначило планы на этот год. Пленум отбылся в Палаце творчества детей и молоди. Сярод удельников – представники улады и громадских организаций, которые сотрудничают с фондом мира. Подробностями володая Ганна Ковалева. Дорогами спаленных весок, дитя миру, дорогое слово «мама», международный лагерь «Крынишка», аналога у якому нема во всей Украине. Усяго у минулом годе на Гомельщине прошло больше як 100 миротворчих мероприемств. Головные подеи и выники года на пленуме областного отделения огучил его старшиня Тимофей Глушаков. Если говорить о международном сотрудничестве, оно у нас очень широко. И ежегодно что-то получается новое. Вот в прошлом году, кроме того, что мы приглашаем наших друзей из России на наши мероприятия и в лагере дружбы, в прошлом году наши миротворцы ездили уже в Орловскую область, в лагерь мира и дружбы. Уже завязалась дружба. И в целом вот наша школа, 27-я школа мира, имеет 5 соглашений с российскими школами мира. Ветераны Великой Айчины войны, воины-интернационалисты, переселенцы с горячих кропок, шмадетные семьи, гомельское отделение мкнется оказать им материальную поддержку тем, кто опынулся в складанной ситуации. А кроме того, с нагоды 75-й годовины с початку Великой Айчины войны фонд накировал 36 тысяч рублей на реконструкцию и добропорядкование мемориальных комплексов и братских похований. Сёлетние меты – протягнуть реализацию иснующих проектов и закладывать власти подмурок сотрудничество с новыми партнерами, которые поддерживают деятельность миротворцев. Церковь всех призывает, чтобы жить в мире, чтобы друг на друга мы никогда не поднимали руки, чтобы мы не озлоблялись. Если в нашем сердце будет любовь, уважение, то будет и мир между народами, между государствами. И хочется пожелать, чтобы как больше людей понимали это и принимали в этом участие. Детальный адрес у Гомель накировал старшиня правления Белорусского фонда миру Максим Мисько. Республиканское керавництво отзначило, что гомельское отделение на первых позициях в Украине по працовным, патриотичным и миротворчим выхованию молодого поколения. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».